Всем большой привет! В прошлом видео я вам показывала отдельный небольшой сюжет, который вышивала. Девочка, вышитая на кусочки мурана в клеточку. А сегодня я покажу все те сюжеты, которые у меня получились. Частично вы могли их видеть в Инстаграм, я там немножко вам засветила и показывала. Ну а сегодня покажу, что получилось, и немножко расскажу о декоре, который использую дома. Перед вами сейчас находится, вы видите, такая бутылочка, и в ней ветка. Абсолютно живая ветка, я нашла ее на улице. Это случается каждый год, можно спокойно выйти и найти какую-то обломанную ветку ветром или еще чем-то. Данная бутылочка у меня служит для декора, для дома не только на Пасху, но также и в такие праздники, как Новый год, можно также ставить какую-то еловую ветку и украсить. Поэтому она у меня такая функциональная получается. Дело в том, что это обычная бутылка из-под крепкого напитка. Я ее покрыла обычной акриловой краской. Вот вы можете видеть. Тут даже такой вот журавль летит. И можно делать какие-либо композиции. Итак, давайте посмотрим, что у меня получилось. Я сложила все вот в эту шкатулочку, которую мне подарила Наташа Кан. Спасибо тебе большое, Наташенька. Я как-то еще все не сниму видео, не покажу вам подарки, которые сделали мне девочки за этот период. Возможно, как-то соберусь и покажу. Каждая из них я буду вот так вот одевать на веточку, и декорировать ветку в эти праздничные дни. Итак, первый сюжет, который я вам покажу, это был сюжет с вот такой девочкой. Все сюжеты я брала из последней книжки Вероник. Немножко делала какие-то свои дополнения. Шаблон у меня остался еще с прошлого года. Я показывала вам, да, тоже там делала такие пинкипы. Но немножко, может быть, в другом стиле. Эти украшения мягенькие, потому что я оставляла туда синтепон. Использовала вот такую декоративную ленточку, которая называется вьюнок, если я не ошибаюсь. Если это не так, поправьте меня. С обратной стороны я также делала его мягким и обтягивала тканью, сшивала обе стороны. Изначально я вставила этот вьюнок, затем уже сложила две половинки и сшивала обе половинки. У меня получилось такое декоративное яйцо. Обратную сторону я сделала все одинаковые. Немножко сложно мне было сшить их. Сшивала я ниточками Титан 100 от Ариадна. Ее достаточно не видно. Пробовала я сшивать ниточкой Юли, но она достаточно такая скользкая. И эта ниточка мне не понравилась тем, что она тянется. Да, возможно, пришивать бисер ей можно, но сшивать пинкипы — это не тот вариант. Второй сюжет я попробовала сделать все-таки на розовой клеточке. У меня есть эта ткань, и я так подумала, что ее необходимо использовать. Выбрала я такого мальчика. Там в журнале такой сюжет. Мальчик держится за корзину и ест яблочко. Девочка с обратной стороны держится за эту корзинку и заглядывает мальчику в рот. Как бы это ни смешно ни звучало, но это выглядит именно так. Я выбрала этого мальчика, потому что решила все-таки, что на этих детальках, на этих пинкипчиках должны быть не только девочки. Я в этот раз не стала выбирать животных, а решила все-таки выбрать людей. Ну, как-то так у меня получилось. В данном сюжете я еще дополнила сюда внизу такого кролика. Следующая девочка, которая получилась, она такая кокетка. Тоже я вышивала на розовой мурана в клеточку. Вот, все вот же, тоже по тому же принципу. Она такая, знаете, веселая девчуля. Следующий сюжет — это вот такой парень с вилами.
Тут я добавила цветочков ему в эту сторону и добавила улитку. Слушайте, когда вышивала эту улитку, так интересно получилось. Голова улитки должна была быть повернута в обратную сторону. Но я не рассчитала по клеточкам, в общем, просчиталась. И развернулась голова в обратную сторону. Ну, думаю, что все-таки нормально получилось. Да, не очень так бросается в глаза, но я вам вот эти все свои тонкости рассказываю и показываю. И последняя такая вот забавная девчуля, которая у меня получилась, это девочка под зонтиком, которая несет в руках ягненка, капает дождик. Тоже я ее как бы вырвала из сюжета, который там был, и добавила еще сюда травку. Здесь должны быть еще бежать две овечки. Но так как у меня не поместилось, естественно, я вышила только ее. Вот такие у меня получились пинкипы. Я думаю, что они будут очень хорошо украшать дом. Можно их подарить, конечно же, кому-то в подарок. И покажу вам немножко зарисовку такую, как эти пинкипчики выглядят при естественном освещении на улице. Какая у нас весна. Всем вам большое спасибо за внимание. Желаю вам прекрасной весны, хорошего настроения, мира и добра вам. Всего вам доброго. До свидания.